Иду на саундчек. Здравствуйте. Такой вот зал. Готов сегодня к вину. Сегодня у нас на мероприятии дегустация вина, парфюмер. И будут поэты. От поэты 39. Есть такие у нас, такой есть клуб замечательный с поэтами. Привет. Ваня, привет! Все, подожди. Это вот Мария. Привет. За поэтов 39 она. Всех рады будем видеть. Ждем, когда начнется наше торжество, которое мы почувствуем наши ноты. Шикарно. А это Ваня, соорганизатор. Сомелье. Да, о, сомелье даже? Да. Ага, вот они. Я как обычно. Поэзия, музыка и вино. Да, я снимаю маленький бложик. Заблажил? Не, везде лысые из подмышек такие влазят. Да, самые такие, здесь коса, рыжая такая, уже выцвевшая. Группа интарные волосы. Вот такая. Тихо. Вот такие. Длинные такие. Вот так вот, человек, зажимаешь, они так торчат. Вот так зачесываешь. Отсюда. Да. Мои косички. Гитарные волосы 39. Гитарные волосы. Смотри, полетело. Слушай, тебя хорошо видно на свет, что происходит. Но. После того, как ты. Это вот ты все. Это, ну, ой, я заснял. Старая перка, что ли, это нас. Смотри, какие они мохнатые. Да, вообще. Хотя, а чё я? Хочу и чё, я тоже мохнатый. У меня брательник старый, кстати, уже это, плешь у него жёсткая. Да ты что? Вот генетика, видимо, это разная у нас, ну. А у меня вон, кусты. Смотри, какие кусты, волосы. Капец вообще. Так, ну нам надо как-то вот этот, чё, вот, или мне как-то надо. Олегу, а я не знаю. Я вот и спрашиваю. Ну чё ты, Рома, хочешь? Быстро, срочно за париком. Да? Не, вообще хотелось бы, конечно, если что. Yeah.
Наумов, наш гитарист Павло, Макс тоже. И я, Анастасия Северина. Спасибо, что пришли. Окончено.